Всем-всем большой привет, мои дорогие, я по вам очень соскучилась, давно не выходила, не снимала видео, как видите, я сняла свои косички, голова у меня теперь отдыхает, вот так. Сегодня у нас на обзоре будет с вами вот такая вот хрустяшка, это святик. Не знаю, что за сорт, вот только получила распаковку, наверное, видели. Поставщик мне прислал, так сказать, бонусом на пробу. Я не знаю, ни разу этот сорт не пробовала, буду вместе с вами пробовать. Я его, конечно, не смогла поколоть, у меня ребенок спит. Буду пробовать от такого большого куска хрустеть. Но сорт, мне кажется, как-то сухой. С крупинкой. Сорт сухой. Крупинка до конца. Сейчас я поколю и продолжу. Я вот поколола на пластиночке. Скажу сразу, что плохо колется. Ну, может быть, он еще до конца просто не просох. Даже сильно не могу сказать описание, сухой или не сухой, но все же ближе к сухим сортам. Крупинка разжевывается до конца. Сейчас по мне вкус такой подвал сырости, но он, наверное, еще не отлежал, не выветрился. Но пока еще не в любимчиках у меня.
Знаете, могу как описать его? Когда я была маленькая, немного предыстория, мама у нас беременная была, мной, у меня еще сестра есть, и она тоже кушала мел. Тогда не было, не знаю, в общем, канцелярский мел в брусочках. И вот спустя какое-то время, мне лет 10 было, мы с папой пришли в гараж, и лежал вот этот мелок. То есть она во время беременности кушала, а потом вот сколько-то лет не кушала. И вот он належался и был такого вкуса, вот как вот этот мел. Вкус подвальности, сырости. Вот сейчас мне этот мел прям напомнил то время. Так что могу сказать одно, мел, безусловно, нужно распробовать, чтобы он еще немного отлежался, выветрился. Ну, так скажем, необычный сорт, не как севрюковая белая гора, отличается. У меня, кстати, вот новый формат видео, скажите, пожалуйста, как вам? Нравится, не нравится? Если будет все хорошо, я буду снимать в таком формате. Все, всех целую. Всем пока-пока.